Друзья, если вам нужен максимальный левел и куча денег в GTA 5 онлайн, тогда заходите в мою группу по прокачке. Мы недавно открылись, но уже успели собрать базу довольных и благодарных клиентов. При заказе у нас мы дарим денежный бонус вне зависимости от выбранного пакета. Работаем быстро и со всеми платформами. Ссылка и подробности в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Костя Юрыч, Донни и Димка Федоров. И, ребятушки, сегодня у нас битва воров против копов в GTA 5. Привет, пацаны! Здорово! Короче, ребят, все как всегда, я в роли воришки сегодня должен гнать сразу две тачки с трех стоянок, где находится по три машины. Сделать я должен это за 10 минут и удрать от копов, чтобы они меня не выследили, ну и, в общем-то, не нашли места, куда я пригоняю тачки. Будет довольно-таки интересно, есть сегодня пару идей, поэтому давайте готовиться, начинаем. Ну, давай. Итак, ребята, сегодня я буду в роли этого неприметного мужичка. Надеюсь, что ребята меня сразу не спалят, и мы с вами угоним тачки. Парковочки у нас находятся, получается, вот в этих местах. Здесь автомойка, получается, здесь полицейский участок, здесь заправка. Ну и со всех сторон к ним можно хорошо подобраться, чтобы меня не спалили. Поэтому попробуем, давайте начинать. Итак, друзья, начинаем наше шоу, как говорится. Сейчас будем делать все красиво. Я включаю секундомер, время, в общем-то, пошло. Итак, рассказывайте, что вы делать сегодня будете? Ну, ты увидишь все. У нас сегодня есть тактика очень рискованная, но если она сработает, то будет... Рискованная тактика? И да, чё в ней рискованного? Ну, она рискованная в том, что она может сработать, может нет. Ага. Ну, да. Давайте сделаем так, она два раза не сработает, и всем будет счастье. Может, два раза. Вы пойдете домой есть пончики, а я поеду продавать тачки. Мне кажется, довольно-таки интересненько. На самом деле, меня это устраивает. Так все, все, договорились. Вот видите, ребята, я копов подкупил, только начали. Все нормально. Так, ну, я подозрительных личностей-то не вижу. Ты сам подозрительная личность. Вот реально. Нет, я не такой. Подозрительный очень. Ага. 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 Блин, мне интересно, что они там придумали, что там такого рискованного. Может, они в тупо сели в тачку и сидят ждут? Ты слышал его? Ага. Мы постарались, как видишь. Ну да, по-быстрому на лонгу, короче. Ну просто парчик. Я быстро. Давай-давай. Чего? Так, ну, знаешь, вроде похоже, как вертолетов это... нету. На самом деле, я не знаю, что делать, ребят. У меня гениальный план сегодня, но он, как всегда, наверное, не сработает, потому что это слишком было бы легко, мне кажется. Может, он слишком гениальный, да? Может, он слишком гениальный, да. Для всех. А, Ванёк. Ванёк? Да-да-да. У меня тихо все. Так, кто-то газует. Это Ванг. Это кто-то газует, короче. Мент на меня газует. А, Ванёк, он решил паркуристом заделаться. Я, короче, нашел секьюрити одного. Долго ты с ним, долго. Понятно. И что делать? Не, ну это вообще бан. Макаку это. А, нет? А где он? То есть он еще должен был меня увидеть? Ну, типа, если ты по крышам бегал. А, то есть все-таки... Что происходит? Я понять не могу. Ладно, одного. Одного я спалил. Все-таки второй где? С железными яйцами у нас, да? Именно. Именно. Старенький. Так. А, это ты, что ли? Ну, я тебя, да, я тебя увидел. Ладно, короче, ребят, пока ничего не светит, поэтому придется отходить немножко. Давай. Окей, ребят, продолжаем. Начало было довольно-таки интересное, но, блин, вот это в крысу, кто там сидел, секьюрити на байке, прям жестко было. Прям вообще самый беспалевный коп в мире. Я такой поднимаюсь с заднего ухода, потому что ехал с той стороны, и смотрю по крыше, бегаю. А, ты меня спалил, наверное, в окне, да, я понял, откуда ты меня увидел. Такое себе дело. Я решил не выезжать и стоять ждать, что ты будешь делать. На самом деле, я тебя просто слышал, но не видел. Так, ну ладно. В общем-то, работаем дальше. Не знаю, что получится, а что не получится. Пока что ничего не получается, если честно. Соткой пахнет. Да? Соткой пахнет? Блин, хреново позывной. Ну ты это, ты мне сотку тогда отдашь? Или пока потерпишь? Вряд ли, да, надо. Господи, что они делают? Я понять не могу. Где-то, наверное, есть вертолет, вот 100%. Да, еще и снайперка, еще и боты у нас там. Может быть. Все, а стояк есть красный? Это у тебя там, да. Не, мой латексный костюм трогать нельзя. Потому что он мой. А что у вас? Чего? Если бы... Он был не на Феррари. А я не на Феррари. Стоп, он угнал тачку? Да. А чё ты молчал?
Я тебе сказал. Ты сказал, ты сам это сказал? Чего? Я же спросил, ты сам или отдашь мне сотку, или ты сам это сказал? Денег нет, но вы держитесь, короче, как говорится. Я не знаю, дед-то шустрый оказался на самом деле. Но вот только вопрос, будет ли палево? А палева вроде нету, да? Или ты есть? Ты можешь приблизительно сказать, где оно? Ага. Я не знаю, он улетел. Ты видел, как он летает? Ты прикалываешься? Короче, вот это вот очень подозрительный агрегат. Ладно, ребят, я пригнал первую тачку. Сейчас попробуем второй раз, посмотрим, что из этого получится. Ну, давай. Так, ребята, еще один заход. В общем-то, ладно, первая тачка есть, но мне кажется, что кто-то блефует. Копы, скорее всего, не так просты, как кажутся. Я, короче, видел вертик. У меня подозрения на вертик очень большие, поэтому надо план Б какой-нибудь придумать. Ну, тут как бы, тут как пойдет. Тут как пойдет, конечно. Угу. Ой, Сникерс бы съесть. Да нечего. Нечего Сникерс съесть, он слишком сладкий. На жопу, наверное, слепится. У тебя по-любому. Тебе нельзя. Так, я короче, реально просматриваю со всех сторон, но я ничего не вижу. Ну, я же говорю, нету Сникерса, нету. Я бы съел, сейчас перекусил бы. Еб твою. Я в шоке нахрен. Я уже тут все свои эти бросил. Ага. Все свои дела бросил, пошел за Сникерсом в магазин? Да. Так, ну это интересно. Это интересно как минимум. Чё? Сникерс появился. В смысле? Да? В смысле? Да, Сникерс. Да не Сникерс, это Твикс. Угу. Белый такой, да? Ну да, Баунти то. Поехал в обход. Баунти. Куда? В сторону пляжа. В сторону магазина. Чего? А как? Да? А где? А где, я не знаю. Теперь. А как, а где? А где, а как? Там остановился, что ли? Ну, я проезжаю эти места, но пока... Или не надо доверяться? Я... Так. Я понял. Альфа-самец. Какого ты о себе высокого мнения, а? Это было хорошо. Пытался думать позывной на ходу, но что-то пошло не по плану. А, вижу самку. Какую ты самку видишь? Что происходит вообще? Не, на самом деле здесь довольно-таки херовый район, и как бы я понимаю, что я на открытых пространствах очень сильно палюсь. Поэтому сейчас будем делать мансы. Танцы-шманцы. Мансы-шманцы. Мне главное уехать. Подальше. Не, ну это нереально догнать, он слишком быстрый. Да? Ну я же не по улицам катаюсь. И где? И чё? Я... О! Ну... Не, потерял. Я потерял полностью. Смысл жизни? Я придумал, пацаны, нужно, короче, добавить здесь отдельный чат для копов, потому что... Ну, как вариант. Написал так. Бы, да? Димон. У меня, короче, ребят, остается еще минутка, это значит, что есть вариант угнать тачку. В общем-то, посмотрим, что из этого получится. Короче, ребят, у меня есть ровно минута сделать все красиво, быстро, дерзко, как я умею. Мы не сомневаемся. Просто пиу-пиу-пиу. Супермен на деле. Так, ну, на самом деле бы сесть еще в что-нибудь быстренькое. Можем сказать, на что можно сесть. Не-не-не-не-не. Это какой-то неправильный быстрый детский план. А ну едь сюда. Прям сильно неправильный. Че? Не, я не тебе, я Юрочка. У меня есть на что сесть. Да? Ты, то есть, постоянно садишься, да? С собой носишь? Не, я просто же секьюрити. А-а-а. И что у тебя есть? Как у секьюрити? Дубинка. Дубинка? Зачем тебе дубинка секьюрити? Неважно. Ну, мне это очень важно, ты же хочешь ее применить? У тебя пусто, нет? Угу. Подсказывает мне. Так. Ну, я не знаю, что вы там делаете. Самое тупое, что я сел ровно в 10.00. Бляха, ну значит, значит, да. Ровно в 10.00 сел, ребята. Но на самом деле удрать на этом ведре.
А что вы делали, мне интересно? Ну, мы тебе расскажем план, когда закончим это все деяние. Да. Ты когда машину довезешь. Ага. То есть вы подождете, когда я вам привезу машину вам, да? Да, 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 да. Серьезно? Возможно. Блин, 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 а что выбрать тогда? А или Б? Б или А? А или Б? Б или А? Сейчас посмотрю, подожди. Ладно, давайте, короче, на Б поеду. Я не знаю, короче, я тупо не знаю, что делать, ребят, поэтому я сейчас тихонько доеду без каких-либо проблем, надеюсь. Хвостов, не мы хвостов. Мы расскажем план свой, который, не знаю, сработал или нет. Сейчас мы это поймем. Да? А что там такого интересного, хитрого? Да хитрого-то ничего. Он был рискованный. Помнишь, я говорил по самому началу? Но. Очень рискованный план. И чё? Ну, сейчас посмотрим, когда ты закончишь. Мы тебе расскажем. Наверное, сработал он или нет. Диман? Как там у тебя? Че, серьезно, это не ты? Серьезно? Ну, короче, все, ребята, я думаю, что на этом можно закончить. Я, в принципе, привез тачку, чтобы не затягивать. Давайте рассказывайте, давайте раскрывайте козыри. Мне очень интересно. Лысый сегодня как сработал, дедок наш? Дедок вообще молодцом так, на самом деле. Ну, на самом деле, я просто... Ну, может, на меня прыгнуть? Так, я просто боюсь вылететь. Поэтому скажи, где ты. Ну, давай там на свой план Б или там А, или какой там у тебя был Ж. Ну, короче, вот. Вот-вот. А, то есть ты эту тачку видел, да? Прыгни теперь на план Б там или свой, что там. А как, в смысле, а как вы это сделали? Что именно? В смысле прыгни на план Б? Ну, на вторую свою парковку прыгни. Ну. Ну, зайди внутрь. И как? Я тут для тебя приготовил уже твои новые хоромы, так скажем. После того, как ты отсидишь. Не-не-не-не, а как вы меня спалили, мне больше всего интересно. Вы это рассказываете. Первую я не знаю, а вторую я тебя спалил прямо вот, прям на изи. Окей, давай так, мы использовали очень опасную тактику, мы одну станку вообще не контролировали. Да, с которой ты как раз таки последний раз узнал. Серьезно? Да, мы стояли тупо около двух стоянок, а третью мы решили типа на авось кинуть, но там я поставил бота, чтобы ты типа, ага, там типа серьезно, а что это такое, мы там, короче... Но если честно, я ботов не видел, поэтому... В смысле там ботов не видел? Не, боты просто стояли, но я как бы на них внимания не обращал сейчас. Не, в машине, в тачке сидел. А не видел ни одного, кстати, тоже не заметил, это интересненько. Ну ладно, ребят, в любом случае вот, угнал и, короче, я три тачки аж. Когда ты селик угнал эту, да, я за тобой, в принципе, ты потерялся, но ага. Потом момент, когда ты заезжал, смотри, вот, можешь прыгнуть, не знаю, на меня или... Ну переезд, наверное, возле больнички, но я вот здесь заезжал. А, ну или где-то здесь ты... А, ну или здесь ты заезжал, да, короче. А я тупо вокруг проехал, вот здесь, ага. И понял, что типа где-то здесь, и когда сказал, типа, все готово, я побоялся с полицией, тупо, короче, втопил тапку, чтобы меня не увидел. Ага, понятно, понятно. Ну ладно, ребят, план был хорош, в общем-то, дедок-то вообще молодец, три тачки угнал, не часто у нас получается так сделать, но, к сожалению, два копа нашли мне мои обе тачки. Кстати, третью не нашли, она чуть подальше была. Ладно, суть не в этом. Что ж, друзья, ну такая серия, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и всем спасибо, и покедова. Пока.